В 21 веке, когда научные открытия и прорывы стали нормой, ученым все труднее чем-то удивить искушенное последними изобретениями общество. Но есть люди, которым это удается. Один из них – ученый из Карачаева-Черкесии Анвар Баташев. Практически всю сознательную жизнь он посвятил науке. Сейчас заведует кафедрой технологических машин и переработки материалов в СКГГТА. А совсем недавно вернулся с Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018». Эти разработки, в принципе, достаточно интерес вызвали. Значит, интересовались представители промышленных предприятий, некоторые зарубежные партнеры. Надо сказать, что в салоне было представлено 54 региона нашей страны и 26 зарубежных стран. Анвар Баташев ездил на форум не один, а с двумя молодыми учеными – Романом Мальсюгеновым и Рашидом Байрамуковым. Вместе они представили в Москве три проекта. Первые два посвящены листовой штамповке, ведь большинство деталей современных машин выполняется именно по этой технологии, и от нее зависит качество всего изделия. Сфера применения, в первую очередь, это оборонный комплекс, значит, это самолетостроение, ракетостроение, там, в частности, производственное объединение моторостроительный завод. В принципе, они тоже определенный интерес проявили. Мы им оставили эти материалы. Значит, это вот в первую очередь, значит, аэрокосмическая отрасль. Ну и, может быть, и, в принципе, использована и в других отраслях. Но мы их именно там используют такие высокопрочные, жаропрочные материалы. Данные разработки находятся на стадии внедрения промышленного. И мы познакомились с представителями промышленных предприятий крупных российских, обменялись контактами, их заинтересовали наши разработки, и, возможно, какие-то у нас будут совместные с ними работы в дальнейшем. И в этом плане данный форум, данный салон прошел, как бы пошел нам на большую пользу. Да, сейчас в мире много технологий по созданию защитных уплотняющих покрытий. Но изюминка нашей разработки в том, что это наноструктурированное покрытие с повышенной прочностью и защитными свойствами. У нас появилась идея разработать устройство для листовой штамповки двухслойных изделий. Этот проект был презентован на конкурсе «Умник», по итогам которого мы выиграли деньги, грант в размере 400 тысяч рублей. И эти деньги, грант этот, мы потратили на производство данного устройства. На разработку этих проектов ушло около 6 лет. Было много трудностей, но, как говорится, через тернии к звездам. И как результат, высокая оценка жюри на международном салоне. Карачаево-Черкесский проект нанесения наноструктурированных защитных уплотняющих покрытий удостоен золотой медали. А проекты по листовой штамповке – серебряной награды, а также дипломов международного жюри. Ислам Джукаев, Станислав Сушков, Архыз 24.